на экскурсию по Сингапуру. Прошу встать вправо. Значит, все по магазинам. Напоминаю, экскурсия бесплатная. Ясно. В Сингапуре многие впервые. Ходить по 2-3 человека. Ну что, турист, что ли? А, тройки какая-то была. Давно отменили. Знаю. И все-таки ходить тройками. Так что давайте определяться. Правильно, правильно. Это вертеп, а не город. Поймает, насильно уколет, на всю жизнь наркоманом сделается. Тут ухо надо держать острее. Лично я, товарищ старший помощник, обязуюсь ходить даже за руку. И с кем бы вы думали? Вот с Анной Григорьевной. Судовой врач пойдет со мной. Она мне слово дала. У меня дома 3 дочки сувенир ждут. Мне что, кавказскому мужчине ходить в магазин, нижнее женское белье покупать? А нам что, не нужно, что ли? А вы, по-моему, собирались на экскурсию. Извините, Геннадий Иванович, но перед нашим крестьянам невозможно устоять. Пока. Счастливо. Ну и жара. Ничего, потерпишь. Товарищ капитан, разрешите? Да, пожалуйста. Вот результат расхлябанности экипажа. Из всех увольняемых на берег, только лишь 2 удалось уговорить на бесплатную экскурсию по городу. Все остальные решили по магазинам. Да, это, конечно, трагедия. Напрасно иронизируйте, Иван Васильевич. Дело не в том, что кроме коммерции их ничто не интересует, а в том, что говорят они об этом открыто и цинично. Вы знаете, мне это нравится. Не понял. Все ведь думают о деньгах, просто одни как-то это скрывают. Моряк ведь уходит в море, чтобы заработать. Но посмотреть мир. А любовь к морю, наконец, духовную ценность уже в расчет не берете. Да-да, конечно, моряк без этого жить не может. Но ведь вы же не пошли отовариваться. У меня, знаете, у меня планы покрупнее. Я ведь валюту коплю, чтобы машину купить. Понятно. Ну что ж, Иван Васильевич, я надеялся хотя бы в этом вопросе найти с вами общий язык. Извините. И все-таки я постараюсь покончить с разгильдяйством на судне. Да-да, Бог в помощь. Ни черта не узнаю. Я здесь уже 5 не был. И все так изменилось. Слушай, полиглот, пойди-ка узнай у кого-нибудь, как пройти к торговому центру. Uno momento. Pardon, monsieur Sam. Gross shopping Singapore. Today in a suit day. I'm sorry, I don't know. Большой магазин, шопинг. Туда или сюда? Sorry, I don't know. Дикарь. Странно, в этом Сингапуре никто по-китайски не понимает. А меня сейчас поймут. Ничего не получится. Давай. Слушай, а как он тебя понял? А я с ним по-марсиански, вот так вот. Молодец. Ой, ой, мой родной радикулит. Так он тебя любит. Как ты думаешь, почему Анна не поехала с нами?
Все женщины, как моя Армануша, загадка. Вот именно. Скажите, что изменило ваше решение? Ну, допустим, я захотела увидеть нашего старпома в неслужебной обстановке. Такой ответ вас устраивает? Вполне. Вы в Сингапуре впервые? Да. Значит так, ребятки, разбежались и через 3 часа у Сенцова. Найдете? Найдем. Да, подожди, собаки. Чтоб у меня ни в одном глазу. Ну. И на судно с собой ничего, понял? Ладно, пока. Ну, пока. Ой, совсем не страшно. Надо же. Здесь даже львы без клеток. Да. Кто хочет убедиться в том, что он настоящий мужчина, может испытать себя. Наденьте перчатку. Подождите, пока птица подлетит и сядет на руку. Это вам, Анна Григорьевна. Спасибо. Снимай, снимай. Ой. Что с вами? Ой, я так высоты боюсь. Ужас. Да? Ничего, от этой болезни можно излечиться. Как? Давайте попробуем. Поднимите голову. Закройте глаза. Теперь открывайте глаза, смотрите. Наверх? Да, наверх. Медленно опускаете глаза. Смотрите перед собой, на горизонт. Еще медленно опускаете глаза, смотрите вниз. Смотрите, смирите, смирите. Вот. Ну, смирите. Ну, вот видите, теперь все в порядке, да? Ой, ой.
Ты, Гурген Саркисович, так бежишь? Куда делся твой родной радикулит? Сбежал, подлец. Как это сбежал? Обалдел от магазина. Политическое убежище попросил. Вот как. Ну-ну. Товарищ старпом, согласно вашей инструкции, ходили втроем друг другу в затылок. Как прошла экскурсия? Отлично. Мы очень за вас рады. Я прошу вас задержаться. И вас, боцман, тоже. Что у вас в пакете? А вы разве не видите? Откройте. И не подумаю. Я не на таможне. Чудеса? Я к этому предмету не имею никакого отношения. Мне его подсунули в магазине. А это у них такой сервис, да? Не думаю. Скорее, злостная провокация. Собакин, я же тебя просил. Возьмите. Боцман, вы тоже откроете свой пакет. Вы что, собираетесь меня обыскивать? К сожалению. Ну что ж, прекрасно. Тогда извольте сами. Извините. А вы знаете, как вас называют за глаза на судне? Любопытно. Старпом Болт. И это не лишено оснований. Слава богу, пронесло. А мы еще хитрее. Так. Войдите. Содержимое вылил за борт. А вот бутылку заберите. Может пригодится. Огромное вам спасибо. Вы остановили меня на краю пропасти. Не стоит благодарности. Вот вам результат вашего сурового отношения к людям. У меня есть на это причины. У всех они есть. Да-да, наверное. Две сейчас, две перед сном. Вы помните катастрофу с теплоходом Нахимов? Да, конечно. На Нахимове среди сотен людей погибли моя жена с трехлетним сыном. Это ужасно. Трагедия произошла из-за нашего вечного разгильдяйства. И все-таки не стоит ожесточаться. Пейте. Я попытаюсь.
На встречном курсе сухогруз. По марке на трубе американец. Разойдемся левыми бортами. Есть. Can I switch to automatic now? Можно руль на автомат? Go ahead. Добро. Смотри-ка, вызывает. Руль на автомате. Разрешите пообщаться? Пообщайтесь. Hello, I am Berdyansk. Hello, момент. Здравствуйте, вам через окно. Сан-Франциско. С американцем разговариваю. Смотри-ка, одесские хохмы знают. Куда ваше судно? Что отвечать? Отвечай, как есть. Следуем из Одессы в Сан-Франциско. Везем вам руду. Мы тебе, Одесса, зерно. Бердянск, приглашать всех нам, Невада, коктейль. А это уже хамство. Как будто они не знают, что мы всю жизнь с этой отравой боремся. Вот так отвечайте. Советские моряки не пьют. Да, ты добавь. На работе не пьют. Ага. Советские моряки не пьют на работе. Окей. My body lies over the sea. Hi. My body lies over the ocean. Oh, bring back my body to me. Bring back. Hey. You know what, Joe? I did some figuring. Sure. Я тут прикинул. Every time you come 3 to 5 minutes late. Опаздывая каждый раз на 3-5 минут. Out of 2 whole watches over the year. Ты за год наворовал у меня 2 вахты. I'm only doing it for your sake. Я тебя же стараюсь. You'll drink less of that rock gut whiskey. Меньше выпьешь своего отвратного виски. You're a dummy, Joe. Дубина ты, Джо. It's like a sleeping pill. Оно для меня как снотворное. Have a good watch, Спокойной вахты, Дастин. Thanks. Спасибо. Стюарт. Стюарт. Good night. Доброй ночи. Yeah, Wilkie. Same to you. Тебе тоже, Уилки. I hope that I see you. Надеюсь, завтра ты будешь трезв, как стеклышко. You bet. Конечно. Like Halliwell. Скорее стеклянным. My body lies over the ocean. My body lies over the sea. My body lies over the ocean. Oh, bring back my body to me. To You're me. A real asshole. Какое ж ты все-таки чучело, Джо. Капитан, идите сюда. Смотрите. Судя по знаку на рубке и флагу, это русские. Везет нам сегодня на них. Зачем они к нам прицепились? Не волнуйся. Как только увидят твою физиономию, сразу отстанут. Бай! Я их всегда побаиваюсь. Никогда не знаешь, что у них на уме. Не беспокойся. Узнали, кто мы, и уходят. Срочно сос.
Прайс, радист. Что случилось, Дастин? СОС, срочно СОС. Лево на борт. Ложимся на обратный курс. Есть! Американское судно горит. Экипажу подготовить шлюпки на воду. Все средства по борьбе за живучесть судна в полную готовность. Есть. Судовая тревога. Есть. Судовая тревога. Машины вельботы на воду. Иван Васильевич, может, не будем рисковать экипажем? Что вы предлагаете? Я предлагаю спустить один вельбот. Хорошо, действуйте. Возьмите надежных людей и держите со мной связь. Хорошо. Возьмите меня с собой. Зачем? Ну, мало ли. Вдруг соскучитесь. Возьмите, он не подведет. Есть. Старпом-болт мужиком оказался. Тогда, может, покончите с этим дурацким прозвищем? Ругается, все уходят. Убийцы, гады. Ах ты, скотина. Ну, спокойно. Вам что, захотелось здесь остаться? Да, это лучше, чем попасть к вам. На мостике есть кто-нибудь? Да. Капитан. Он жив? Не знаю. Ходить может? Тащи его в шлюпку. Вот да, вы меня тащите, ублюдки! Слышь, Табакин, вы негром под негром, да еще в рыло получить, а? Да, боссман, это большой кайф. Осторожно. Табакин, подсоби! Давай. Давай. Ноги, ноги. Ноги. Да, внимание. Да, хорошо. Осторожно. Отцепи!
А у тебя неплохо получается. Ты есть русский? Он самый. А. Пришел брат ми плен. Сумарина, я? Какая Сумарина? С Бердянская. Бердянская из Одессы. Я же с тобой по рации говорил. Чай ночевать. Подъем! Вас приветствует матрос первого класса мистер Собакин. Как спалось? Спалось. Очень плохо. Сон кошмар. Ты есть мистер Собакин? Он самый. А тебя как? Вилки. Вилки. Не обидишься? Вилкин. Окей. Доброе утро. Здравствуйте, господа. Жаль, но даже такую красивую женщину, как вы, мы не можем поблагодарить за наше спасение. Я не нуждаюсь в оценке моей внешности. Но любопытно было бы узнать, чем вы так провинились.
Нас торпедировала ваша подводная лодка. А почему вы так решили? Мы видели на рубке русский флаг и номерной знак. Этого не может быть. Лодка принадлежала кому-нибудь другому. Почему она тогда не тронула Бердянск? К сожалению, мы ничего не знаем об этом. Единственное, в чем могу вас заверить, мы сообщили о случившемся и в Союз, и в Сан-Франциско. Ну и что? Обе стороны ответили. Вы можете поступить так, как вы считаете нужным. То есть? Ну, если вы пойдете с нами, то пожалуйста, а если нет, мы вас высадим вместе с пострадавшими в ближайшем порту на Филиппинах. Могу я сам переговорить? Да, конечно. Пожалуйста. Как чувствует себя наш механик Билли? Плохо. Точно так же, как и наш механик. Их жизни под вопросом. Да, господа, потребуется кровь. Как вас понять? Для переливания пострадавшим. В общем, так. Дело это добровольное. Посовещайтесь. Если надумаете, приходите в санчасть. Пожалуйста, идемте. Какой-то театр. Театр абсурда, Прайс. Они потопили нужное им зерно, чтобы выловить из воды твой зад. А ты, Дастин, как наши слабоумные демократы, готов с ними глотать одно дерьмо. Держу пари. Сейчас вернется Стюарт и сообщит нам, что у них внезапно испортилась рация. Они не обманули. Сан-Франциско знают о происшедшем. Что ты решил? Вероятно, придется высаживаться вместе с ранеными. Я смотрю, нашему капитану не очень хочется. Он положил глаз на их бабу. Смотри, Джо. Если не поумнеешь, я ведь не посмотрю, что ты в гипсе. Кто идет сдавать кровь? Я нет. Они не имеют одноразовых шприцев. А спит мне пока ни к чему. Кому ты нужен? Пусть Билли лучше будет красным, чем одноклеточным. А ты? Я, парни, еще не совсем кретин. Вашу кровь они отдадут своему механику. Надежда есть? Очень слабая. Я просто боюсь, что более утоляющие снотворные скоро перестанут на них действовать. Вам, Анна Григорьевна, не мешает поспать тоже. Если не возражаете, я готов дежурить возле вас по ночам. Благодарю вас, господин Стюарт. Наш капитан уже назначил для этой роли вахтенного.
Ложитесь. Впервые в жизни охотно подчиняюсь женщине. Кстати, меня можно называть просто Стюарт. Я тоже обойдусь без Григор. С вашими данными, Аннами, вы могли бы стать кинозвездой. У меня в Голливуде есть влиятельный друг. Он может устроить вам контракт. Ловлю вас на слове. На всякий случай, мне нужен ваш телефон. Пожалуйста. Одесса, 23-56-95. Когда лучше всего звонить? Ради такого случая. В любое время дня и ночи. Но я удивлена. Американцы обычно никогда ничего не делают бескорыстно. Типичный русский стереотип. Во время съемок я поселю вас в своем огромном доме и не возьму за проживание ни цента. Угу. Вашим услугам будут две машины, три собаки, садовник, прислуга. И куча детей? Нет, только кучки. Три девочки и один мальчик. Но я уверен, они не будут вам в тягости. Извините за нескромный вопрос. У вас какая по счету жена? Пока была вторая, подолгу они не задерживаются. Что ж так? Забываю своевременно посылать телеграммы. В смысле? Ну, о своем прибытии из рейса. Точную дату и всякий раз застаю их с другими мужчинами. Теперь понимаю, что совершал большую глупость. Странное воспитание о глупости. Так, значит, пошутили и достаточно. Я сейчас буду вводить иглу. Вас может немного подташнивать. Вы сосредоточитесь и думайте о чем-нибудь хорошем. Мне не надо для этого сосредотачиваться. Все самое лучшее передо мной. Уберите руку. Уберите руку. Вы мешаете ответственному процессу. Sit down. Окей. Спасибо. Плиз. Так, секундочку. Ага. Чем богаты? Оп! Маленькие хитрости, НЗА! Окей, окей. Литл, литл, это мне. А то вахту еще стоять. О, это очень много. Гарантирую жизнь и 100% оттяжку. Дринкнули? Ну, я хотел тост. Чтобы лечить твоя голова. Сан-Франциско. Yes? Идет. А я твою в Одессе. А, и опять в Сан-Франциско. А я опять твою в Одессе. Короче, за бесконечность советско-американских отношений. Окей. Russian водка. One good Russian song. Рабина. О,
Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Ой, рябина, рябинушка, что взгрузнула ты. Еще по чуть-чуть. А, давай. Простите, Билли, Мкачан, как они? Спят уже. Анну Григор, на минутку. Ушла к себе. Вон ее каюта, 50-я. Спасибо. Не за что. Кто там? Алло, мне нужна Одесса, ее вызывает Сан-Франциско. Одесса, будете молчать, я на вас жалобу в ООН напишу. Да, я вас слушаю. Ну, слава богу. Мне нужна Анна. Анна, 23-56-95. Она у телефона. Алло, Анна, это донор Стюарт. Стюарт? Впервые о таком слышу. Ну, как же... Бердянск, пожар, вы нас спасли, а потом я не совсем пристойно вел себя в санчасти. Вспомнили? Ну, конечно, только я не понимаю, чего вы хотите. Ничего. Вы же сами разрешили звонить в любой час дня и ночи. Вот я и звоню. Вы довольны? Да. А как с моим контрактом в Голливуде? Веду переговоры, обещают. Ну, сейчас я хотел сказать, что у меня никогда не было ни жен, ни детей, и до сих пор нет даже собаки. Ну, еще бы. Вас вряд ли кто-то выдержит. Я лег сейчас в своей холостяцкой квартире спать, вновь представил вас и понял, что на Бердянске я потерял верный шанс, и мне захотелось выйти. Ну и что же вам помешало? Погода. В каком смысле? Меня никто бы не услышал. В Сан-Франциско слякоть. Сильный ветер, почти буря. Ну, в этом нет ничего удивительного. Почему? Потому что нас еще в школе учили, что капиталисты обречены на бури и кризисы. Может, вы все-таки выйдете? Зачем? В знак примирения. Хочу попрощаться с вами за руку. Нет, Стюарт, я не причесана. И вообще пора спать. Ну, на несколько секунд. Спокойной ночи. Тогда я сяду под дверь и буду ждать вас до утра. Вы опять желаете поссориться? Наоборот. Этого добиваетесь вы. Господин Стюарт, вы не находите, что злоупотребляете нашим гостеприимством? Вы это к тому, что я сижу на полу? Я предупреждаю, если вы еще раз подойдете к этой двери, то я за себя не отвечаю. Это у вас что, политический метод воздействия? Понимаете, как хотите. С вами точно надо держать уши торчком. Спасаете, лечите, отдаете свои каюты, а потом можете и побить. А если я за себя не отвечу? Пойдемте на палубу, я предоставлю вам такую возможность. Пойдемте. Подождите, Стюарт.
Вы хотели попрощаться со мной? Вот вам моя рука. Достаточно. Анна. Анна. Я сейчас позову его обратно. Я вижу, вы решили меня просто пожалеть, а к нему явно неравнодушны, да? Может быть. Анна! Я вас все равно ему не отдам! Чего бы мне это не стоило? Товарищ капитан, Стармех. Да. Насос охлаждения чадит. Машина перегревается. Что предлагаете? Лечь в дрейф. Часика на 2-3. Полтора часа. Есть. Постараемся за полтора. Стоп, машина. Ложимся в дрейф. Машинной команде приступить к ремонту. Есть. Ложимся в дрейф. Машинной команде приступить к ремонту. Анна Григорьевна, я хотел бы с вами поговорить. Я вижу, вам не нравится и это мое занятие. Напротив, вы очень точно определили свое место на судне. Ну что ж, я очень рад, что вам хоть что-то понравилось. Наконец-то я понял, что такое гостеприимство по-русски. Я не уверен, что вы это поняли до конца. Геннадий Иванович. Надо.
Вы нарушили правила судоходства и вошли в наши территориальные воды. Врут они. Штурман только что определил координаты. Мы в 5 милях от них. Согласно нашим приборам, мы в нейтральных водах. Ваши приборы врут. Да, врут. Нам надо осмотреть наше судно. Скажи, мы не нуждаемся в помощи. Согласно международным правилам, вы не имеете на это права. Какой груз на борту? Марганцевая руда. По нашим сведениям, вы везете оружие. На борту Бердянска марганцевая руда. Дайте нам в этом убедиться и можете следовать своим курсам. Машина. Есть машина. Как дела? Порядок, заканчиваем. Машина заработает полный вперед. Есть. Ничего не получится. Они уже пришвартовались. Радист. Радист. Вы пошли тоже. Радист! Радист! Где радист? Радист! Здесь я, Иван Васильевич. Отлучился в 2:00. Срочно передай в пароходство наши координаты. Сообщи. Филиппинцы хотят захватить наше судно. Будет исполнен, товарищ кап... Досмотр или захват судна? Что здесь происходит? А вы, капитан, пока останетесь здесь. Я должен быть с экипажем. Ознакомите наших с управлением судна, а потом вернетесь к своим. У вас здесь негр. Он американец. Они тоже. Мы их сняли с горящего судна. Так что вам придется держать ответ перед Советским Союзом и Соединенными Штатами. Встать к стене! Живо! Руки на стену! Выше! Ну! Картина Репина. Приплыли. Американцы, все сюда. Я сказал отставить. Не стрелять. Руки на стену. Еще движение, и мы скормим вас акулам. Я капитан сгоревшего американского судна. Капитан Миссота. Мне неизвестно, что вы намерены предпринять. Но предупреждаю, если у нас возникнут неприятности, Филиппинам может дорого это обойтись. К вам, как видите, никаких претензий. Встаньте на место. Я прошу освободить эту женщину. Почему? Это судовой врач. В санчасти находится 2 обожженных. Кто эти 2?
Американцы. Хорошо. Проводите ее. Откроешь свою пасть, выброшу костыли в воду. Идите, Анна. Все будет в порядке. Все американцы. Капитан. Ты. 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 И ты. Выходите. Сейчас мы при вас досмотрим трюмы. Если все окажется в порядке, можете следовать дальше. Начинайте. Ну что ж, перейдем в следующий фильм. Может, это и правда наше дело? Теневые. С этой перестройкой сам черт ногу сломит. Я так и предполагал. Что же получается, господа? Ваше правительство говорит одно, а делает другое? Я заявляю протест. Это провокация. К этим баллонам мы не имеем никакого отношения. Но какой смысл идти на подобную провокацию нам, филиппинцам? Сожалею, господа, но я вынужден задержать всех вас для составления протокола. Пускай.
Слушай, Старпом, а зачем они нас разделили с американцами? Черт его знает. Виски есть? Виски есть? Виски есть? Я говорю, виски есть? Чего? Вот подонок. Что ты к нему цепляешься? Принес кофе. Чем ты недоволен? Да я просто хотел убедиться, действительно он не слышит. Что я и Прайс говорили? Им нельзя доверять. А ты, Стюарт, прилип к их бабе. Из-за нее мы все оказались здесь. А счет бабы не твоего ума дело. Про баллоны она не знала. В такие вещи весь экипаж не посвящается. Джон, кофе? Нет, спасибо. Особого расположения, мы предоставляем вам отдельный номер. Я требую представителя советского или американского посольства. Вы требуете? Непременно пришлю. И довольно скоро. Капитан, вы видели эти баллоны? Разумеется. В трюме их судно? Да, там. Но я, как Уилки и Дастин, не стану подписывать эту бумагу, пока не увижу представителя нашего посольства на Филиппинах. Это пожелание мы высказали вам еще вчера. Вы симпатизируете советам? Советы мне до лампочки. Но было бы свинством отплатить неблагодарностью тем, кто спас тебе жизнь. Но они вас и потопили. Откуда вам это известно? Сказали. Ваш негр и этот Прайс. Кстати, в отличие от вас, они охотно поставили свои подписи. Это их дело. Капитан, я, кажется, догадываюсь об истинной причине вашего отказа. Врач. Советская женщина вас смущает. Я угадал? Эту догадку тоже сообщили Джо и Прайс? Нет. Но после подписания протокола мы сможем вас отправить в Сан-Франциско и вместе с ней. Неужели я похож на ублюдка? Вы просто лгун. В каком же смысле? Вы прекрасно знаете, что один из обожженных — советский. Но вы неравнодушны к ним. И поэтому не хотите разоблачить их перед всем миром. Вот об этом я и хочу поговорить с нашим представителем. Не понимаю, что это изменит. Впрочем, хорошо. Идите в казарму. Ждите. Мы свяжемся с вашим посольством.
В сортире. А вот ты сейчас наложишь в штаны прямо здесь. А! Говори, подонок, ты раскололся про армянина. А? Нет. Прайс? Нет, не надо. А то, что я положил глаз на их врача, кто сказал? Не я. Прошу, больно. Буду сидеть, пока не скажешь. Не знаю. Прошу, не надо. Не я, не Прайс, не про армянина, не про врача не говорили. Клянусь Богом. Хватит, Стюарт. Успокойся. Прекрати. Тогда кто же? Ну, надеюсь, нас с Дастином ты не подозреваешь. Прочтите. Что это? Ваше официальное заявление о том, что баллоны с бактериологическим оружием принадлежат вам. Скажите, я похож на идиота? Отнюдь. Я понимаю, вам трудно в это поверить. И почти убежден, что все это проделано без вашего ведома. Но подобные казусы с оружием уже не раз случались в вашей стране. Согласны? Я советую эту бумагу использовать для нужд в туалете. Вы просили представителя? Он уже здесь. Бремо! За тобой должок. Расплатись. Чтобы пробиться к его мозгам, надо еще двоих. Позови. Не надо. Если вам так нужна моя подпись, я подумаю. Как долго? До вечера. Привет, парни. Надеюсь, это вам не помешает. Я второй секретарь нашего посольства в этой дыре. Дэвид Коллинз. Кэп. Джо. Дастин. Прайс. А я у Юки. Я думаю, что надо выпить знакомство, правильно? Парни, мне все известно.
Давайте подумаем, как нам вылезти из этой дерьмовой ситуации. Вылезать надо не нам, а русским. Возможно. Но нам нелегко дались контакты с Россией. В то же время Вашингтон дал понять, что нельзя и молчать, если это правда. Вы уверены, что вас потопили советы? И да, и нет. Да. А кто считает, что баллоны – подлог? Точно никто. Почему? Но досмотр произошел после того, как нас всех упрятали в кают-компанию. Меня это тоже смущает. Но подобного оружия на Филиппинах не производят. Я был в этом уверен. Да? Кстати, это вы подписали протокол досмотра? Да. И Джо тоже. Угу. Я думаю, это верное решение. Да, но вы же сами сказали, что нет полной ясности. Да. Ведь филиппинцы давно хотят ликвидировать наши базы у себя. И уж скорее подложили эти баллоны к нам бы, а не к русским. Вероятно. Могу я сообщить послу, что протокол вы подпишете, господин капитан? Да. Угу. Мистер Коллинз. У вас не найдется нашей сигареты. Ну. А то от русского космоса меня уже тошнит. Простите, парни, что я не додумался принести сигарет побольше. Возьмите эти. Спасибо. Угу. Вам понравилась моя зажигалка? Очень. Возьмите ее на память. Завтра утром вертолетом вас отправят в Манилу, оттуда сразу в Сан-Франциско. Спасибо. Ну, до встречи. Пока. Ты вроде не рад, хотя сам же попросил вызвать этого советника. Он такой же советник, как Джо Босс Куклус-клана. Не понял. Нас и русских задержали не филиппинцы, а какой-то сброд. И этот советник один из них. По-моему, ты бредишь. Да, точно. Кретин, Прайс. И ты, Джо, тоже. Я сейчас вам это докажу. А-а-а! Что, одуванчик, молча подыхать будешь? Я ведь тебя вычислил. Нет, не хочу. Тогда выкладывай, что у вас за шайка. Не знаю. Я у них только раб. Шпионе тебя приставил Мисота? Он. Кто он? Он помощник господина Уайта. Ясно. Еще одна гнида. Он на острове, как Господь Бог. Отпусти. Больно. Что с ним делать будем? Что делать? По частям и спустить в сортир. Нет. Меня тут же схватится, господин Мисота. Что ты предлагаешь? Я помогу вам выйти отсюда. Что, бежать вместе с нами? Упаси бог, я уже старый человек, у меня здесь надежный кусок хлеба. Твое предложение, старик, нас устраивает, но хотелось бы посмотреть на вашего бога. Вы его видели? Он только что вышел отсюда. Вот чье сучье вымя вы вылизывали. А как ты здесь оказался? 20 лет назад
Они захватили наше судно, перекрасили и продали. Экипаж уничтожили? Нет, всех суда, под землю. И много их там? Не знаю. При мне они захватили больше 30 судов. Что они там делают? Оружие. Оружие? Какое? Я в этом не понимаю. Разное. Думали? Да. Я хотел бы ознакомиться с текстом. Прошу. Ничего не вижу. Не с места! Ты что орешь? Не видишь, человек идти не может. Кто такие? Американцы. Ищем госпиталь. Какой госпиталь? Откуда вы свалились? Как какой госпиталь? Вижу, вы не рады своим соотечественникам.
Где наш? 6-й блок. Как туда попасть? 2-я площадка наверх. Дальше? В коридоре дверь из металла. Она одна. Охрана есть? Нет. Их заперли. Каким ключом открывать? Говори! Большим. Что вы сделали с американцами? Ничего. Они все в казарме. А теперь раздевайся. Только тихо. Вы собирались отправить нас в Сан-Франциско? Так вот. Мы хотим не завтра, а сейчас. Притом, минуя Манилу, господин Уайт. Каким способом? Вы нас вместе с русскими доставите без приключений прямо на Бердянск. И тем самым действительно послужите Америке. А что взамен? Как главарь морских гангстеров, мы предоставим вам возможность дожить до старости в американской тюрьме. Устраивает? Заманчивое предложение, но вряд ли оно осуществимо. То есть? Нам не дадут уйти. Кто? Мои хозяева. Одно лживое слово, мразь. И твои мозги разлетятся по стенке. Кто они? Несколько подпольных компаний. Что производят? Оружие. Так, дальше. На него упал спрос. США и Россия стали договариваться. Подлодка в гроте? Нет, утром ушла. Куда? Мне это неизвестно. Ну, а все-таки? Вы сдерете кожу. Потерпишь. Потопив нас, вы разрешили нас спасти русским, чтобы потом мы подтвердили ваши подложные баллоны, так? Под протоколами компании нужны были подписи американцев. Какое они изготавливают оружие? Уберите, я встану и покажу. Я сейчас вам включу. Нет, не надо. Прайс? Это уже не тюрьма. Здесь попахивает электрическим стулом. Не надо поднимать мои акции. Я всего лишь выполняю распоряжение компании. Хорошенькая компания. Спокойно, господин Уайт, спокойно! Да это он нас сюда и привел. Вызвать охрану. Кто на экскурсию по Сингапуру? Встать влево. Геннадий Иванович. Узнали? Еще бы. Вот это встреча. Узнали. Геннадий Иванович, дорогой. Да. Погодите, радоваться. Нам надо еще выбраться отсюда. Вот. Возьмите, Иван Васильевич.
где ваши? Там, у лифта. Я только услышал ваши шаги. Перерезал провода. Мистер Собакин жив? Порядок. Никому не двигаться, иначе эта башка станет дырявой. Отбрось мне автомат. Быстро! Ну? Быстро! И ты тоже. А теперь все к стене. Живо! Стоять! А теперь шагайте. Куда? Обратно в бункер. А в тебя, толстый, я напоследок волью все свои виски. Только через клизму. Устраивает? Вполне. Только при таком раскладе всего твоего бара не хватит. Шагай, ублюдок! Вот так. Может, я не прав, Уилки. Но пить виски без меня, да еще задницы, это не по-товарищески. Ну что, старпом, возьми еще двоих и попробуй. Мы будем ждать тебя здесь, около шлюпки. Если все будет нормально, просигналю. Два коротких, один длинный. Ну, с Богом. Видишь, я для таких дел уже староват. Ну, пока, капитан. Thank you.
уйти, Анна. Выходи спиной к стене. Ну? И ты тоже. Давай, давай. Ну, пошла. Теперь понятно, почему ты меня любить не захотела. Оказывается, у тебя женишок есть. Но ничего. Теперь мы тебя заставим любить всех по очереди. Прибавить обороты. Прибавить обороты. Жмем как можем. Бесполезно, Иван Васильевич. Они нас нагоняют. Все будет нормально. Дай мне радиста. Радист. Да. Что слышно? Прайс связался с американской базой. Приняли наши координаты. Хорошо. Экипажу быть готовым. Экипажу быть готовым. Геннадий Иванович, отойдите от греха подальше. Расколят нас, как орех. Видно, придется остановиться. Иван Васильевич, этот Ихуа-то у нас. Вытащим его на палубу. По нему стрелять не будут. Прекратите стрелять! Свяжитесь с шефом! Объясните обстоятельства! Поняли меня? Поняли меня? Шеф ответил, что твоя жизнь им слишком дорого обойдется. Предатели! Сволочи! Быстрее! Всем за перебор! Американцы.
машине? Живы? Полный ажур, капитан. Как у вас? Нормально. Малый вперед. Есть. Геннадий Иванович, надо заняться пробоиной. Есть. Как можно, товарищ Старпом? Перестаньте. А загашник? Провокация. Кто сказал? Я знаю. Да нет у меня. Ну, хватит, Собакин. Доставай. Вы как ясновидец. Вот тут у меня остаточек. Как будто специально для вас берег. Надо. Полный. Это же чистый спирт. Наливай. Вот, пожалуйста. Мы сейчас не разговаривали. Все серьезно. Да. Может, ему морду набить? Ну, не знаю. Как-нибудь воздействовать на нее, что ли? Налей еще. Будь здоров, Собакин. Спасибо. Знаешь, Старпом, я никогда баб не понимал. Не дано. Что делать? Шлюпки спускать бессмысленно.
Ждать, когда ответят на наш СОС. В этом наше спасение. А кто подойдет нам в такой шторм? На что надеется, Иван Васильевич? На американцев. А вот и они. Васильевич, всех удалось эвакуировать. Идемте. Еще минуту. Идемте, Иван Васильевич. Я сказал минуту. О чем ты думаешь?
Чего ты молчишь? Я думаю о том, как твои родители воспримут мой приезд. Они давным-давно завели попугая и обучили при моем появлении выкрикивать одну и ту же фразу. Стюарт, женись! Стюарт, женись! Я боюсь, что когда они меня увидят, они переучат его совсем по-другому. А именно? Стюарт, опомнись! Ну, тогда я ему сразу сверну шею. Такое ощущение, что это все сон. Я? И ты. В таком случае я тебе никогда не дам проснуться. Это для вас. Спасибо. Ты даешь понять, что мой сон продолжается? Наш? Да нет, ты просто обычный прагматик. Почему? Я убеждаю, что американцы ничего не делают бескорыстно, правда? Ничего.
Привет. Здорово. Ну, что у тебя в крокодиле? А вы что, вместо старпома, Константин Петрович, таможенником заделались? Ну, что здесь? Думаю, мозги. Между прочим, его, как и вас, Костей зовут. И он тоже очень умный. Черт. Что это? Вода. Действительно, вода. Это для вас, вам дарим. Спасибо. С тобой хлопот не оберешься. А ты еще мартышку с собой на судно тащишь. Что, сувенир от Вилкина? Так точно, гражданин начальник. А ну, пошли. Не вздумай взять ее с собой на банкет. А ну, подожди. А это что? Тоже сувенир от Вилкина? Ой, понятия не имею. Видимо, сама купила. Ты что, оказывается, выпивоха, да? Чистосердечное признание. Ну, ничего. Мы ее перевоспитаем. Ну что ж, пойдем перевоспитываться. И тебе не стыдно? Подвела. Ну что, по Вилкину скучаешь? Скучаешь. А головка Бобо? Бобо. Сочувствую. Но не боись. Со мной не пропадешь. Оп. Так. Стоп, 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 стоп. Куда ты? А посмотри. Так, так. Сейчас, 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 сейчас. Спокойно. Не спеши. Только чук-чук. Только чуть-чуть. За твоего Вилкина. Ну-ну-ну-ну-ну. Хватит, 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 хватит. Теперь закуси. Вот это другое дело. А ты моя умница. Вот так. Главное вовремя закусить. Нравится? Угу. Если ты захочешь жить в Нью-Йорке, выбирай любой дом. Тогда вот этот, с зеленым шпилем. О, ладно, согласен. С одним условием. Если у нас на каждом этаже будет по детской комнате.